Меня зовут Татьяна Шаманина. Я из города Нижневартовск. Мне 35 лет. Я из простой семьи. Мои папа с мамой связаны строительством. Я по образованию учитель истории со знанием английского языка. И даже не думала, что у меня получится стать музыкантом. И это будет моим призванием. Я очень люблю все, что связано с красотой. Все, что связано с прическами, с мейкапами. Для меня, наверное, это вторая страсть, которой бы я отдалась головой, если бы у меня не было бы возможности заниматься музыкой. Я 12 лет, вегетарианка, не пью, не курю, не ем мясо, рыбу, обожаю животных и всем того же желаю. Раскрыть конкурсантам свою индивидуальность помогает неповторимый вкус шоколада «Особый» от кондитерской фабрики имени Крупской. Шоколад «Особый» – особый вкус, особый стиль. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Шаманина, мне 35 лет. Гениальная исполнительница, невероятнейшая, просто автор, композитор. Я не знаю, сколько у вас, Татьяна... Говорите. Да, говори. Сколько у вас, Татьяна, регалий, каких-то внутренних приобретений, каких-то невероятных движений. Вы супер коллектив, вы супер исполнительница. И я так счастлив, что вы здесь, наконец! Да! Спасибо. Ну ура же! Спасибо большое! Но настал тот момент, когда хочется хвастаться тем, что мы вас знаем. Но наконец-то уже это наступило, а? Димочка, потому что я вас знаю давно, еще давно-давно. А потом я знаю, что мы с Димой большие фанаты группы Guru Groove Foundation. Вообще-то. Да, фанатьё. 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 В общем, это было круто-круто, прикруто, перекруто. Очень круто. Да. Да. Я должна выбирать... Или я должна уходить? Мы плавно к этому подводим. А вы тоже повернулись? Да, у нас здесь... Я не...
не повернулся. Я почему-то поняла, что только Полин. Я один не повернулся почему-то, непонятно, не знаю. Правда, еще и Григорий повернулся. Мы с Григорием Викторовичем в последний момент оба стукнули по этому красному шарику. О, боже! Я так долго этого ждала, вот столько времени, я сама скажу так. Полина! Да! Хорошо, что я тебя не узнал. Это хороший знак, на самом деле. Послушай, спасибо большое, что ты так вот решилась и пришла. Потому что, ну, блин, ну это круто, ну это весело, это правда. Ну, не ругайся, не ругайся. Спасибо. Я сейчас попробую свою мечту, ладно? Мужчина, спасибо большое, у нас больше. Обожаю Гуру-Гуру. Спасибо. Спасибо. Наконец-таки! Я напоминаю, дорогие друзья, что у вас есть мобильное приложение. Вы делаете свой выбор, наставники делают свой выбор. Нам интересно сравнивать. Следующий. Следующий. А все получилось. Сейчас, идите. Так, вот теперь выдыхай. Знаешь, ты мне очень совестно, что я до сегодняшнего дня не слушал твою группу. Теперь, мне кажется, армия твоих поклонников прибавилась. Мне безумно приятно. И мне очень приятно. А еще я очень рад за наших телезрителей, которые будут иметь возможность наслаждаться твоим творчеством. Спасибо. Поэтому проходи, раздевайся, чувствуй себя как дома. Ты в проекте. А еще можно поцеловать вас? Ну, там стоит парень, ты понимаешь? Да. Я у него уже спросила. Хорошо, давай. Старик, обрати внимание, руки. Профессионально. Не сдержал. Я профессионал. Спасибо тебе большое. Я просто вот покорен тем, что ты делаешь на сцене. Это уже эмоция. Это, да, ты понимаешь, да? Только спасибо большое. Да. Ян, можно. Ты единственная знаешь, где в этом бардаке выход. Да. Спасибо большое.